Креативность, коммуникабельность, мастерство публичных выступлений, умение работать в команде и эмоциональный интеллект – это современные навыки, которые нужны молодежи. Конкурс «Команда первых» как раз помогает студентам колледжей и техникумов эти навыки развить и прокачать. Данный конкурс проходит у нас на территории Ульяновской области впервые. А вообще федеральный этап и региональные этапы будут организованы только в 45 субъектах Российской Федерации. Таким образом, здесь студенты могут продемонстрировать то, каким образом они умеют работать в команде и насколько они владеют гибкими навыками. 20 команд колледжей со всей области получили непростое задание. Участникам пришлось провести интересный открытый урок для школьников, сделать доброе дело в приюте для животных, а также помочь многодетной маме посидеть с детьми. Конкурсантам направление «Креативность» пришлось подумать, как должно выглядеть современное пространство для школьников. Я попал в команду «Креативность» со своими друзьями. Мы изучали проект и добавляли свои новшества. Придумали дизайн для школы. Создавали план выступления, дизайны, добавляли новые объекты, разговаривали с учениками. Надо было улучшить школу, чтобы детям и всем остальным было комфортно пребывать в том месте, которое мы обновляем. Чтобы можно было отдохнуть, поработать, может просто что-нибудь повторить. Также в программе конкурса были образовательные блоки, работа с экспертами, интересные квизы, танцевальные флешмобы. Среди 20 команд выбрали 5 победителей. Они смогут побороться за звание лучшей команды России 19 ноября в Нижнем Новгороде. Светлана Карпухина, Бахтияр Салтанов, Ул Правда ТВ.